Бабушка, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Не беспокойтесь, идите домой, отдыхайте. Пожалуйста, не беспокойтесь. У кого из вас есть пожилые родители, вы наверняка сталкивались с их особенностью за все переживать. Там, где мы не видим причину для беспокойств, они найдут повод понервничать. И мы обязательно должны всячески ограждать их от ненужных стрессов. Их действие на здоровье чрезвычайно велико. Университет Миннесоты доказал взаимосвязь стресса у пожилых людей и их сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря своему многолетнему исследованию в нем участвовали мужчины и женщины старше 65 лет. Оказывается, что депрессия, стресс и отрицательный взгляд на жизнь могут увеличить риск смерти от геморрагического, например, инсульта почти что в 3 раза. А вот другой фактор, который тоже может привести к заболеваниям сердца. Исследование, напечатанное в научном журнале «Анналы медицины», изучало 44 тысячи человек, из которых 8,5 жили в одиночестве. И вот результат. У тех, кто живет в одиночестве или просто чувствует себя одиноким, на 25% повышен риск смертности по любым причинам, а также от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности в возрасте до 80 лет. Слова мудрого Соломона вновь подтверждаются. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. «Ибо если упадет один, — продолжает Соломон, — то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Беспокойтесь о родителях, чтоб они не беспокоились».